Служба безпеки України затримала російську агентку, яка збирала інформацію про місця розташування військової техніки, блокпостів, об'єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об'єктів у столиці та області. За попередньою інформацією, ворог планував використати ці дані для завдання ракетних ударів, а також для можливого проведення диверсій у Києві. За даними слідства, 60-річна громадянка України отримувала завдання від своїх кураторів з РФ і передавала їм фотографії та геолокації військових об'єктів. Для цього використовувала програми-месенджери. Наразі фігурантці повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада. Розслідування триває. Далі вашій увазі те, як куратор ставив завдання фігурантці. Уточни, что надо делать и куда посоветовали поехать. Да нет конкретных советов на самом деле. То есть сейчас я прочитаю, что мне это вот написали. Но пока отказываемся от малоэффективной информации. Интересно только конкретное с уверенностью до 100%. Если это расположение мест личного состава, опорных пунктов, техники и почвы, то это должно быть достоверное, то есть без предположений, с координатами. Вот. А наше положение там насчет парка, может быть, там хрен его знает, да потом посмотрим, то есть их нельзя использовать, как ты понимаешь. Если это пролеты какие-то, авиации или движение техники, то тут требуется системность. То есть интересно, что в одно и то же время происходят какие-то вещи. Это насчет, если вертолет, когда вертолет летал регулярно, было интересно. Потому что иногда так можно учитывать, учитывается, но это уже не особо важно. Если это движение по окружной, то интересно именно состав техники, точное время. Понятно, что это все не всегда достижимо. Я просто говорю о том, что в приоритете. И да, это не означает, что не надо сообщить просто интересную или примечательную информацию. Она тоже важна для учета. Где-то собирается пазл благодаря ей.